сожалению, не уберегли мы Ирине Викторовне знак за доблесть и мужество. Спасибо вам огромное и за вашу многолетнюю работу, и за супругу. Знаком за доблесть и мужество Ирина Соколенко награждена посмертно. Высокую награду из рук главы Ленинского городского округа получил супруг Ирины, врач Виктор Соколенко. Главная медицинская сестра Видновской поликлиники была одной из первых, кого не пощадила страшная эпидемия. Медицине Ирина отдала 41 год жизни. В этот день Дмитрий Оборенов и депутат региональной думы Владимир Жук чествовали врачей, которые ценой собственной жизни спасали и продолжают спасать жителей муниципалитета. Благодарность губернатора Московской области глава передал всему коллективу Видновской районной клинической больницы. Из-за нестабильной обстановки вокруг коронавируса собрать медработников всех вместе не получилось, поэтому награду принял главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Прошу вас, передайте каждому слова благодарности. Спасибо. И тем, кто в красной зоне работает, и тем, кто не в красной зоне работает. Сейчас каждый медик, мы часто забываем об обычной жизни о них, но сейчас, когда пришла вот эта беда, конечно, их работа вдвойне важна, и каждый медик на вес золота. Спасибо вам большое. Это заслуга всего коллектива. Наш коллектив действительно принимая такой колоссальный удар от этой пневмонии. Очень много работы, вызовов, болеющих очень много. В стационаре у нас тоже много пациентов лежит, поэтому выкладываются все. Ну, думаю, что вот такая вот оценка нашей деятельности – это один из признаков того, что мы идем правильным путем. Помочь врачам можно, если сделать прививку от коронавирусной инфекции. А пока процент привитых мал, стационар остается переполненным. Медработники трудятся на износ, и свой профессиональный праздник большинство встретит на работе. Мы видим работу, ценим ее, вот особенно в этих непростых условиях. И так-то было непросто, а сейчас совсем. Но мы надеемся, что наше медицинское звено сработает как надо, и верим всегда в лучшее. Знаком преподобного Сергия Радонежского наградили заведующего кардиологическим отделением ВРКБ Дмитрия Орловского, у которого в одном только Ленинском округе трудовой стаж 19 лет. Дмитрий Георгиевич, спасибо вам за вашу работу. Видновская районная клиническая больница – это не просто ковидный стационар. Это многопрофильное медицинское учреждение, где помощь оказывают пациентам с различными хроническими и не только заболеваниями, которые на этом фоне умудрились заболеть еще и COVID-19. 20 июня его сотрудники отметят День медицинского работника. Спасибо врачам. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видно ТВ.